Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире поздравления! Дорогого и любимому папу, дедушку, прадедушку Алексея Михайловича Пронина с замечательным юбилеем поздравляют дети, внуки, правнуки, зятья и сватья. И вот что они пишут в своем письме. 95 лет – это великая цифра. Желаем лишь здоровья, ведь все остальное вы уже обрели за свой длинный жизненный путь. Мы вами восхищаемся, и вы для нас всех пример. Пусть ваше здоровье и ум будут крепкими. Пусть в 95 лет остается еще жизненный запал и энергия, которых хватит на годы вперед. Не прекращайте быть примером и показывать, как прекрасны могут быть люди, как добры и открыты. Вам сегодня 95. Спешим поздравить вас опять. Пожелать вагон здоровья, воз душевного раздолья, улыбок моря, а лучше океан, чтоб в жизни не было изъян. Ураганом пусть счастье ворвется, и еще лет 100 пусть так живется. Уважаемый Алексей Михайлович, для вас звучит музыкальный подарок. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, но не было большей печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. А я остаюсь с тобою, родная моя. Чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.